Всем привет, друзья! Вот такой вот сервис, Love проект ВКонтакте. Я буквально пару дней назад выложил по-горячему сразу видео, как только узнал от него об этом проекте, от Эдика, и поэтому не было времени толком разобрать. Ребят, проект чем хорош? Во-первых, пользуясь этим проектом, набирая себе друзей ВКонтакте, расширяя свою аудиторию, во-первых, вы не будете заблокированы службой ВКонтакте. Это немаловажно. Во-вторых, вы расширяете свою аудиторию. Вот мне человек, мы переписывались с человеком, у него вообще другой бизнес. Он занимается рекламным бизнесом. Точнее, не рекламным, а этим туристическим бизнесом отчасти. Вот, понимаете, тоже пользуется этим сервисом. Почему? Потому что, ну, аудитория, размах аудитории совсем другой, понимаете, друзья? Интересы абсолютно разные у всех. Это не только те люди, которые зарабатывают в интернет непосредственно. Здесь можно встретить любые предложения. Самое главное, что вы здесь набираете людей по интересам. Если людям что-то интересно, интересно ваше предложение, они идут к вам, друзья. Только первые 20 человек вынуждены, и то там не обязательно, они могут выбирать, приглашать вас, друзья, или нет, когда проходит ротацию после регистрации. Потому что кабинет открывается только после того, как вы пройдете ротацию. То есть 20 человек пригласить вам нужно по-любому. И даже вот среди первых 20 человек вы можете выбирать, кого вам приглашать, кого нет. Вот. После регистрации на сайте система предложит вам 20 пользователей для добавления в друзья. Выполнив задание, для вас становится доступный личный кабинет, в котором есть ссылка для приглашения в команду. Чем хороши, вот я купил себе VIP на месяц. $10, друзья, не те деньги, поверьте, по сравнению с той пользой, которую сайт приносит. У меня вот буквально за эти пару дней уже пошли... Было несколько регистраций в таком проекте, как «Мотор колесо Дуйнова». Я развиваю этот проект, рассказываю о нем людям, и вот разместил на этом сайте объявление. И у меня было, по-моему, 3 или 4 регистрации. У меня вот за эти пару дней люди зарегистрировались. Становясь VIP-партнером, вы можете размещать специальные предложения, которые будут видны сотням и тысячам участникам сервиса. Автоматическая ротация без приглашений. К вам будут подписываться сотни пользователей абсолютно без вашего участия. То есть вам не нужно. Вам останется только зайти к себе на страницу ВКонтакте. Увидите предложение дружбы, да? Можете выбрать. Можете принять человека. Можете оставить его в подписчиках. Это уже на ваше усмотрение. Зашли, посмотрели, чем человек занимается. Интересно. Интересно вам это? Добавили в друзья. Неинтересно? Оставили в подписчиках. То есть вот такая вот вещь, друзья. По партнерской программе, кстати, открывается линейная реферальная премия. Вот я купил себе VIP статус, да, $10. Ну, не те деньги, согласитесь. Что такое $10 сейчас? И вот Эдику, по чьей ссылке я зарегистрировался, ему упало 15% от $10. Ну, сущие копейки. А польза... Здесь, конечно, классно. Да, регистрация простая. У вас должен быть открыт кабинет ваш ВКонтакте. Ну, я имею в виду, чтобы вы зашли ВКонтакт. Сразу заранее зашли ВКонтакт к себе на страницу. Потом переходите по ссылке на этот сайт. Вот здесь кликаете и входите через ВКонтакт. Все. У меня сейчас откроется личный кабинет. У вас же будет там предложение от 20... Надо пройти ротацию 20 человек. Вы проходите ротацию, делается очень просто. Вы можете либо пропустить, там будет у вас также вот человек высвечиваться, либо добавить друзья. Нажимаете «Добавить друзья», у вас открывается окошко, входит браузер в ваш кабинет на страницу к человеку. И вы там добавляете друзья. Можете расширить, посмотреть, чем человек занимается. Я сейчас не буду этого делать. Просто отсылайте ему предложение, и обязательно после этого окошко надо закрыть. Тогда счетчик сработает. Вот. И вот предложение, видите? Вот я захожу, смотрю, вот человек, Павел Холод. Вот его объявление.
пожалуйста. Если мне интересно, я перехожу сюда, кликаю, либо сюда захожу, смотрю в Инстаграм. Вот. Добавить то предложение, добавить свое предложение. Вот у меня предложение есть, мне достаточно вот сюда щелкнуть. И оно отображается не здесь, не у меня. Оно отображается у других пользователей. У меня же тоже здесь меняется предложение, понимаете? Вот человек не... человек, не знаю, наверное, он не... А нет, VIP-пользователь, но, видите, не разместил свое объявление. Где оно размещается? Оно размещается в настройках. Переходите в настройки, друзья, и вот здесь у вас 500 символов. Вот в этом поле вы можете разместить. Здесь же добавляете свои ссылки ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере. Сохраняете, у кого есть там Одноклассники, Инстаграм, кто хочет. И вот здесь вот также вы у других будете отображаться с вашими страницами, где вы, ну, соответственно, вот здесь ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, вот у меня будет, у других там кто как. И вот, щелкая сюда, мое предложение уходит другим пользователям, меняется там, у кого-то начинает показываться. То же самое здесь в линейке. Вы добавляете сюда, щелкаете раз в день там, или хоть через каждые 5 минут, хоть сидите постоянно щелкаете. И, соответственно, у других людей вы здесь также высвечиваетесь. Если же какие-то вопросы возникли, напишите в поддержку. Ребят, я не знаю, говорил, нет, но очень важно то, что вас не заблокировать ВКонтакте, если вы будете пользоваться этим сайтом. Во-первых, здесь люди регистрируются друг у друга по интересам. Если вам не интересно, я вам повторюсь, да, можете человека в друзья не принимать. Ну, раздел финансы, понятное дело, вы здесь можете проплатить, стать VIP-пользователем. Сначала, вот, кстати, видите, партнерская. Вот у меня ноль, ну, никто не покупает, ну, ради бога, пусть никто не покупает. У меня другая задача в этом сервисе. Вот так же, видите, здесь меняются пользователи. То есть вот, зашли на Advanced Cash, у кого есть, или Perfect Money оплатили. Вот я оплатил на месяц $10. И чувствую себя великолепно. Мне не надо каждый раз щелкаться. По 20 человек принимать заявки, выбирать, кого принять, друзья, кого нет. Я потом просто перехожу к себе на аккаунт вот здесь. Нажимаю, захожу к себе на аккаунт, и у меня здесь отображается. Видите, у меня автоматом уже 5 предложений пришло. Мне достаточно зайти и посмотреть, нужен мне человек, вот, чем он занимается. Если мне это интересно, я принимаю его, друзья, понимаете? Если мне не интересно, я его не приму, друзья, оставлю в подписчиках. Вот и все, вот какое-то сообщение уже пришло. Вот человек мне что-то предлагает, понимаете? Вот, то есть, этот сайт дает общение, это немаловажно. В общем, вот такой сервис, друзья, что вам хочу сказать. Кому интересно, ссылка под видео, заходите, регистрируйтесь, и будет вам счастье. Кому не интересно, проходите мимо. Все, друзья, всем хорошего настроения, хороших заработков в новом году. До следующих публикаций.